Впервые жители Барабаша увидели косолапого 26 июня. С того времени он регулярно выходит из леса и прогуливается по территории поселения. В поисках меда медведь забрел на пасеку и разодрал дупла деревьев. И все это вблизи жилых домов. Испугавшись такого соседства, жители забили тревогу. На место выехали сотрудники полиции и специалисты охотнадзора, но мишку не обнаружили. Впрочем, зверь снова вышел к людям, и в этот раз его прогулка не осталась незамеченной. Каким-то образом косолапый надел себе на голову ведро. В таком виде его и застали местные жители. И сразу же позвонили на горячую линию охотнадзора Приморского края и отправили фото в редакцию Славянского телевидения. В свою очередь мы обратились в Министерство лесного хозяйства Приморья. Информация поступила утром на оперативную службу, диспетчерскую службу госохотнадзора и мне лично. Это оперативно сработали вместе с землей леопарда, специалисты выехали на место, 2 часа патрулировать территорию, но, к сожалению, медведя не обнаружили. Это где-то затаился. Сейчас вот ждут информации, где как только появится. Медведя обездвижат, бетон снимут, медведя выпустят в лес подальше от населенного пункта. Стоит отметить, что это не первая встреча людей с крупным хищником. Есть несколько причин, по которым они могут выйти из леса. Это запах пищевых отходов, дворовые собаки и в редких случаях любопытство. Если вы встретили крупного хищника на территории населенного пункта, либо в лесу, самое главное не поворачиваться к нему спиной и не спасаться бегством, потому что, как правило, это не заканчивается успешно. Важно, не теряя зрительного контакта с животным, постепенно отдаляться и помнить, что хищник, безусловно, боится вас не меньше его, поэтому не повышать голос, не провоцировать и стараться спокойно отдаляться на безопасное расстояние, возможно, сняв одежду и зрительно увеличив свой силуэт. Также при обнаружении крупного хищника вблизи населенного пункта хасанцам советуют немедленно сообщить в полицию или по номеру 112. Тем временем специалисты следят за ситуацией.